Доброе утро. Сегодня у нас очередной выход на рыбалочку. Далеко никуда не поехал. Пошел недалеко от дома на Борисовские пруды. Впереди, смотрю, ребята сидят. Сейчас посмотрим. Латвичка, окунь должны поклевывать. Душу отведем, и то ладно. Ладно, смотрите, думаю, будет интересно. Я вот не знаю, есть здесь щука. Хотел поставить жерлицы, но передумал, как бы не плюхнуться. Сегодня, если окуня найдем, взял мотыля прикормочного, грязного. Попробуем придержать его на одном месте. Так, по снастям у нас сегодня. Так. Попробуем на чертика. Ну, в принципе, я рыбачу. Тут глубина где-то метр, не больше. Поставим вот такой вот чертик, как вы все уже видели. Леска у меня 0,8. Чуть-чуть бросим лунку. Перегрушу. О, хороший, крупный. Кстати, Димка, будешь смотреть это видео, смотри, какой мотыльницей я пользуюсь. Не стыдно тебе? А? Как на коленочке? Очень хорошо бы смотрелось сейчас. Обычно я присыпаю, потому что тут мелко, чтобы не было слишком ярко, присыпаю. Садим мотылика одного. Ну, хватит. Ну что, с Богом. Сегодня все, что будем ловить, будем отпускать. Ну вот, ребят, первый гигант клюнул. Живец, конечно, хороший из него на щуку, но мы не за живцом пришли. Мы пришли, в принципе, отвести душу с первой рыбкой нас. Сегодня тепло. Где-то минус один, может, ноль. Может, минус три. Я не смотрел. Хотел сегодня на другую рыбалку, конечно, поехать, но что-то за будни подустал. Решил сегодня поспать, отдохнуть. Осталась неделя до Нового года практически. Вот. И это хорошо. Впереди большие праздники. Конечно, плохо отпускать рыбу. Он там всех распугивает. Ребят, настоящий камыш. Опять поклевка.
отпустил, можно было наловить. О, чуть покрупнее. Яг пошел. Вот он и без насадки подсел. Конечный результат я вам не буду сегодня показывать, что я всех буду отпускать. Постараюсь больше поклёва показать. Совсем немножко. Долго я его тряхивал. Оп. Просрал. Опа. Там есть такое дело. Рыбалка для души, ребят. Не ругайтесь. Напишите там, что ловишь, отпускаешь. Да, сегодня я ловлю и отпускаю. Зараза. Как тут меня там обманывает. Мелочь, наверное, какая-нибудь. Сколько народу сидит. Перебрался лунка номер 6 или 7. Клевочки какие-то непонятные. Шевелюшки имеются. Где стайный активный окунь? О! Вот он! Негодяй. Негодяй. Ох, как согнул-то. Как большой. Якорный бабай. Конечно, интересно, но мелковато окунь-то. О, есть такое дело. Пилявка. Ее почти везде преобладает вот такой вот мелкий окунь. Красавец. Распушился. Давай. Отправляйся. Молодец. Мелкий окунь, видимо, стоит. Ждет. Давай, давай, Петрович, когда ты уже подкинешь нам насадочку. Опа! Вот он, вот он. Ребята, смотрите. Монстр. Монстр, смотрите, какой хорош. Хорош. А? Смотрите. Зверь. Зверюга. А? Как он? Ну-ка, расшипель. Вот. Вот он. Его, конечно, отпускаем. За бороду подсекся. Оп. О, я его все-таки. Зверюга. Такие коня даже в лунку не лезут. Вот они, окуни-то, которые не лезут в лунку. Это окуни. Сегодня перекусить. Колбаска, хлебушек. Мне приятного аппетита. Сейчас перекушу, пойдем дальше.
Все, ребят, пообедали. Пойдемте дальше. Таскать горбачей, которые в лунку не лезут. Только спокойствие. Вот он. Вот он, горбач, ребята, лень. Не лезет в лунку. Охо-хо-хо. Охо-хо. Вверх поднимает, видите? Смотрите. Пошел снег, ребят. Снегопад. Пожалуй, в обратку пойдем. У берега еще посидим немножко. И будем у дома собираться. Проветрились. Рыбки поймали. Душу отвели, так сказать. Да и вам рыбалочка тоже была интересная. О, смотрите, какой монстр хай. А, ребят, вот такие горбачи не лезут в лунку, представляете? А, да, ребят. Будем мы сворачиваться. Точнее, я. Так. Раз. Раз. Вот порыбачили мы, было интересно. Горбачи такие здоровые вообще клевали. Ладно, погуляли, рыбки поймали, душу отвели. Так что всем удачи, подписывайтесь на канал, всем пока и до новых встреч.